Всем привет, дорогие друзья! У нас на ремонте ноутбук HP, модель G62. Меня спрашивают постоянно, нужно ли чистить ноутбуки, вообще разбирать их, вскрывать. У меня и термопаста, прокладка. Так вот ответ, ноутбук у нас где-то ему лет 5. Термопасту меняли, Windows переустанавливали, но чистку не производили никогда. То есть разбирали, меняли термопасту, собирали обратно, кулер, ничего не чистили. Сейчас проблема такая, ноутбук перегревается, выключается, уходит в защиту, выдува нету. У нас еще имеется вот скол, судя по всему, это у нас сейчас сфокусируемся. Это у нас видеочип, имеется скол, но я так полагаю, что он не задействован, так как у нас видео ядро в процессоре присутствует. Ноутбук я разобрал, кулер. Кулер у нас вот в таком состоянии. Вот такой валенок у нас. Потом люди удивляются, почему у нас перегревается ноутбук, нету выдува. Чем чревато? У нас постоянный перегрев, у нас греется процессор, у нас греется видеочип. Мост у нас не задействован, так как это у нас от корпуса отправляется. Ну, может выйти из строя процессор, может выйти видеочип. Потом у нас начнутся скрипы в кулере, потому что пыль попадает в него внутрь. Потом кулер выйдет из строя. Цена кулера у нас стоит 1500. Ну, это со стоимостью кулера, имею в виду. Вот еще процессор. У нас тут Pentium двухъядерный. Тоже недорого, в принципе. А вот если видео чип перепаивать, это уже порядка 3-4 тысяч. Так что думаете, либо отдать 500 рублей за чистку от пыли, замену термопасты, либо попасть на 4000, на 1000, на 1500. Вот такая вот история. Такое короткое видео. Чисто вот ради этого ноутбука вышел сегодня на работу, потому что не хотел сегодня работать, отдыхать хотел. Но пришлось выйти. Даже с рук снимаю, как бы статив не взял. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Хотите вниз, ставьте, без разницы. До новых встреч. Пока-пока. Дорогие друзья, результат трудов. Температура на процессоре 38-40 градусов. Выше не поднимается. Ну, правда, без нагрузки. До этого не заснял, но простое у нас было 50-60 с лишним градусов. Так что порядка 20 градусов мы убрали только чисткой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Yeah.